знаете, в наших селах тоже там, на Закарпатье, на Западной Украине, где разные народы, тоже есть и цыгане. Это было в 60-х годах. Если появлялись в какую-то деревню, в село, то мамы детишек пугали. Если будешь плохой, плохая, заберут тебя цыгане, отдадим цыганам. И это, да, действительно, образ жизни такой наш. Он как-то людей отталкивает и настораживает. Никакого общения. Я ходил в школу, сам за 8 лет на самозанятой партии сидел, без ручки, без тетради, без ничего. И украинским детям говорили дома, чтобы никакого общения, контакта с нами не имели. Ну вы жили табором, да? В таборе. Да, в таборе. Это одни цыгане, маленькие избушки такие, грязно, собак много, детей много. Лошади раньше держали. Мы не имели никакого участия в общественной жизни села. Даже уже когда немножко подрос, вроде такой, как будто друг, вместе ходили. И один раз мы выпивали. И он мне задал такой вопрос. Иосиф, скажи, когда цыган человек? Я так посмотрел на него, на себя, думаю, что сказать. Промолчал. Но он говорит, знаешь или не знаешь? Говорю, нет, не знаю. Он говорит, когда далеко? А подойдет ближе, то сплюнет, ой, это не человек, это цыган. Но я хочу сказать, Господь любит цыган. Господь любит всех людей. И Господь хочет всех людей сроднить, дать правильное направление, будущность, настоящую, которая радует, утешает. Угу. И вот я бы не хотел много рассказывать, но о детстве, о том, я бы хотел рассказать, как нашел меня Господь Иисус, как я раньше имел представление о Боге. У нас там в селе Закарпатье горное такое, вот брат говорит, что он был уже у нас, видел. И на такой возвышенности церковь. И один раз я зашел в эту церковь и рассматривал там такие, знаете, на плафоне картинки эти, нарисованы святые эти. И спереди стоял стол, на столе такая большая чашка или миска, и там копейки были, деньги кто что бросал. Я подошел ближе и смотрел на это. Потом этот, который возле батюшки стоял, подошел ко мне, взял меня за рукав, вывел до выхода. Пнул меня ногой и некрасиво кричал мне вслед. Понятно, он решил, что вы хотите, раз цыган, украсть. Да, он так подумал. И потом я рядом там уже с табором залез одному человеку в огород. Это уже осень была, и по земле уже яблоки были. А мы очень бедно жили. И я этим яблоками набил пазуху и перепрыгнул через забор. Он увидел меня и начал за мной бежать. А он тоже там в церкви какой-то руководитель был. Когда Рождество, они приходили к цыганам в табор рождественские песни петь. И когда он за мной кричал, этот человек, он мне сказал, начал меня проклинать, чтоб тебя Бог цыганский. Я убежал от него, и сразу такая мысль. Бог цыганский? Какой он из себя? Красивый, есть, да? Есть Бог цыганский. Все, я уже, меня уже мысль, как бы видеть его, такой ли он красивый, как у украинцев, или такой похож на нас, как мы цыгане. А бабушке моей одна подружка там из села на козы пасла там, и принесла и подарила ей такую маленькую иконку. Иконка была с гипса, на ней изображен Иисус Христос, на челе терновый венок, и сердце такое, и на сердце тоже терновый венок. И она лежала на столе. А я подошел, смотрю, украинский Бог, такой, как я там видел. А что он здесь делает? Украинцы нас не любят, не хотят, значит, у нас здесь уже свой Бог, значит, в наших домах должен быть наш Бог, цыганский. Я знаю, что от меня счастливый край, где нет беды, где нет скитаний, унижений и тревог. Пройду долиной плача и достигну двери рая. За руку подержал меня Господь, Он мне помог. Знаете, я такое имел представление.
И потом вот так я возрастал. За воровство попал на 2 года в тюрьму. Там меня в тюрьме такие плиты, которые потом мне дали на химию. Знаете, стройки народные тогда еще были. Это было в 80-м году. Там меня на вот этой стройке плиты, панели такие прижали, поломало ребра, руку перебило. Короче, долгое время в больнице был. И вот, когда меня там зажало, это по рассказам, я не знаю, потому что я сознание потерял. Мне мои друзья говорили, что я кричал: «Господи, помоги! Господи, помоги!» И вот, знаете, как в народе говорят, чудом, в рубашке родился. Но я знаю, что это милость Господня была, Господь сохранил мою жизнь, потому что Святое Писание говорит, Господь не хочет смерти грешного. И вот я приехал в 82-м году домой, а моей сестры муж, это Василий, он моей сестры муж, он раньше покаялся, он уже 20 лет служит Господу, является также пастором цыганской общины. Они были верующие. Но я до того, как попал в тюрьму, я не хотел даже слушать о моей сестре, что она уже вышла за верующую, она покаялась, служит Господу, потому что я все же там мысль осталась, что есть цыганский Бог. И я даже видеть ее не хотел. Моей сестры муж, он этого не знает, я ему еще не говорил. Когда сказали, что моя сестра хочет выйти за верующего, а я уже в то время был женатый, потому что у нас цыгане очень рано женятся. Девушки в 12 лет выходят замуж, мальчики в 14-15 женятся. И моя сестра как сказала, кто он, я ей начал запрещать, так как я в семье старший, отец умер, дети, на меня нас было 6. Я начал ее бить. Потом выбежал на улицу, и там такая яблонька маленькая, я с этой яблоньки такую ветку в 2 руки, и там всех выбил. Все, от сегодняшнего дня ты для меня умерла. Не хочу знать, ты покаялась, и как слушал поношение на детей Божьих от мира, так и я поносил сестру. Но когда я пришел домой с заключения, мне моя мама сказала... Какой срок вы отбывали? 2 года. Мама мне сказала, что надо наведать сестру. А я не хотел. Говорю, нет, там есть свои верующие, пусть она там, как поносили детей Божьих, я даже не хочу, знаете, говорить об этом. А мать мне говорит: Иосиф, сынок, если бы ты знал, как она за тебя молится. И в то время что-то со мной произошло, как мурашки по спине. Обо мне молятся. Говорю, жене моей, едем, Ева. Поехали мы в это село. Моей сестры мужа дома нету. Сестра даже не предложила кружку воды. Браток, знаешь, тут рядом, вот, недалеко, богослужение, люди молятся, тебе надо пойти туда на собрание. Меня уже, знаете, злость такая, ну только пришел, она уже меня куда-то посылает к этим русским, украинским богам. Но все-таки она меня уговорила. Там 2 цыганочки, молодые сестры, они меня взяли под руку. Пошли, брат. Пришел я в это собрание, это было в одного украинского брата, тогда еще по домам собирались. Так. Идет служение. Меня увидели, говорят, давай сюда. Он говорит, это моей сестры муж, иди сюда. Дали мне место, где проповедник. Я так сел, смотрю по людях, собрание только начиналось. Спели песню, зашли цыганки, знаете, и в такой одежде поношенной и грязной. А эти украинки, им руку дают, обняли и поцеловали. Я аж чуть не закричал. Я такого еще не видел, чтобы украинка, ну как у нас говорят, белый, поцеловал цыганку или цыгана. И меня как-то это, что это за люди? Началось собрание, начали молиться, я вижу, у них слезы. И в украинцев и тех, что тут не то? Что это за люди? Я так сижу, смотрю на них, а у нас на Украине на коленах стоят, молятся. На коленах, только на коленах. Или стоя, или на коленах. Так а вы уже когда молились, на колени тоже встали? Нет, я не вставал на колени. Я слушал. Начали проповедовать, а тогда были гости с России там. И начали говорить об Иисусе Христе. Я слушал и думаю себе так.
Откуда этот человек знает меня? Он все обо мне говорит. Откуда он меня знает? И вот этот брат говорит, написано, что Господь говорит, придите ко мне все, отружденные, обремененные. Призывает всех.